вставать на полях футбольных. Всегда нас выручает. Вот. Поле находится прямо рядом с забором Барабадур, через который можно перелезть. Так что очень удобно. Тут и лес неплохой, рюкзаки в траве можно спрятать. Так что у нас как раз такой план сегодня. Но возможно мы еще сходим, батик посмотрим. Можно купить саронгов или какую-нибудь одежду покрасивее, чтобы походить за цивильных туристов, а не грязных, чумазых походников. Выдвигаемся в этот магазин батика. Будем там преображать себя. Вот, цивильных туристов. Или, может быть, саронги. Вот. Придется обратно идти. Но мы еще сюда вернемся. Прям рядом. Странно, но те бараки, которые были указаны как батик, батик, батик. Ну да, странно, как не попасть, не ясно. Похоже, только нужно на территорию, если заходить. Вот. Ну а тут, естественно, выбор невелик. Поэтому не знаю. Пока спросили, рубашку 70 тысяч стоит. Может быть, что-то другое еще будет. За 50 тысяч. За 50 тысяч можно купить. Они набрасывают цену в 4 раза больше, но купить можно нормально. О, смотри, роботы какие. Прикольно. Так, непонятно, где вход. Я что-то пока не вижу, чтобы люди тут в саронгах ходили. Тут все ходят без саронгов. Может быть, это иностранцам дают. Вход. Вход, в общем. Все местные вообще никакие саронги не одевают. Возможно, это для белых. Такое введение, чтобы их отличать или помечать. Потому что местные проходят дешево, а мы за 1300 должны проходить. Это 1200. Ну вот. Ну ладно, толпа сегодня хорошая, можно с ней затеряться даже. В общем, купил футболку. Ну, естественно, в туристическом месте она в 3 раза дороже. Но стоило 70, до 50 сторговался. 250 рублей такая футболка. Артем себе купил саронг за тоже за 50. Оденет юбку. Вообще к нему не придерешься. Вот. Мы сейчас идем, короче, в обход к забору. И полезем вдоль забора, в правую сторону. И забор как бы кончается. Так забор кончается. Сейчас будем искать там лаз. Вот. Сейчас переоденемся поцивильнее. Штанишки там, все такое. И будем лезть. Шли мы вдоль забора, искали там, где перелезть. По инструкции написано, надо сразу перелазить. Там что-то такие дети сидели, и мы решили дальше пойти поискать. В общем, там работники, потом и охранник стал уже ездить. В общем, попалил нас конкретно, что сделал невозможный там перелаз. Вот. И теперь мы просто вокруг Барабадура по дороге.
Да, тут по какой-то местности пойдем, посмотрим, может, откуда можно будет хоть посмотреть краем глаза. Посмотрим, что там будет. У нас, конечно, уже, наверное, будет палить. Поэтому ломись. С Рамбадуром не ладится. С Барбадуром. Да ладится с Рамбутанами. Сейчас будем их сбивать палками. Просто отлично. Рамбутанов поедим. Артём убивает рамбутаны просто нещадно. Сыпаться на голову, просто жесть. А-а-а! Тем временем меня муравьи уже жрут. По пакету рамбутанов можно было еще долго трясти там. Но комары, муравьи. Да и хватит нам поесть-то. Вот. Нормально. Нам так нравится гулять. Смотри, машинка. Барабудур. Как говорится, хоть не поем, так поднадкусываю. Идем вдоль забора. Может, кусок барабудура увидим. Тут... Здесь прикольно гулять. Да тут да, давно, я же смотрю, никто не патрулирует. Там вообще какие-то огороды. А я думаю, патрулируют там, где всегда все лазят. Как будто бы. По бамбуку, да? Ну для тебя. Может и есть. Прыгать надо. Да, совсем я тоже не очень тоже хочу. Вы утвердили своим желанием, что вообще туда не ходишь. Нас просто сказали, идите отсюда. Вот с юга. Ой, с севера. Нет, с юга. Я залезу здесь. С юга Барабудура есть вот такая вот, такая вот пальма специальная. Даже с выемками. Вполне можно перелезть. Ну, я не знаю. Там люди, он ездит на этих. Ну как их? На электрокарах. Возможно, если бы мы слазили на те горы, можно было бы посмотреть на Барабудур сверху. Не знаю, правда, как попутчики захотят туда тащиться, есть ли там тропы. Пока мы пёхаем по рисовым полям. Прогулка вокруг Барабудура. Вулкан. Не очень видно, но... Блин, вообще красавец. Эх. На него мы не попадем. В общем, привязался к нам какой-то неадекват. Постоянно повторяет Барабудур, Барабудур. Вот. Улыбочку. Чего я не знаю, что он хочет от нас. Ну, идет за нами. Короче, Алену поразила температура. Надеюсь, это не лихорадка Денге, но мочь очень может быть. Вот. Мы ее сейчас отводим в хостел. Вот. А сами, возможно, пойдем опять на поле ночевать. Футбольное или еще другое место найдем. Вот, а он все идет и идет. Сейчас зайдем в магазин, может быть, на рынок. Отлично. Вчера брали рис, одна порция 2000 стоит. Мы сразу по две порции, да, 20 рублей нормальная порция риса. Причем тебе еще кладут всякие штуки.
Может, сейчас такую же возьмем. Правда, остров. Просто жесть. Может быть, что-то другое, не знаю. Ну, какой, какой пристав, ничего. Идет и идет. Пришли мы в хостел. Цена 60 тысяч рублей. Вообще Алена будет одна тут спать, никого нет. Приходишь, телефон висит, звонишь, приезжает работник и селит. У них еще один хостел. Да, тут. Хороший такой. Нам нравится. Wi-Fi есть. Нормально. Вот, а мы с Артемом на полянку пойдем. Ну ладно. Главное, чтобы Алена пустила завтра. Но если это ДНГ, то это будет несколько дней длиться. Так вот. Может, даже неделю.